Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами таким проектом. Называется Краш. Проект без вложений. Здесь 4 вида заработка без вложений. Серфинг, переходы, рекомендации, задания. Здесь это все можно ознакомиться. Регистрация здесь простая. Вводите логин. Вводите email и пароль. Вход. Так, не помню, по-моему, на почту придет письмо или нет. Проверьте почту. Так, значит, вход по логину и паролю. Я войду. Значит, получилось так, что я забыла. Я давно в этом проекте, уже 4 месяца. Я зарегистрировалась и благополучно о нем забыла. И сегодня мне попалось видео на глаза, то, что проект суперский, платит, все хорошо. Вот. Решила вернуться в этот проект. Значит, давайте посмотрим, на чем здесь можно заработать. Значит, вот здесь у нас баланс. Значит, здесь у нас что? Профиль. Значит, статус бездельник. Вот на проекте 4 месяца 17 дней. Видите? Я про него как бы забыла. Так получилось. Бывает. В настройках прописываю платежные реквизиты. Если надо сменить пароль. Помощь, выход. Так. Далее баланс. Значит, это если пополнить Payeer. Здесь вкладочка вывести. Минимальный вывод отсюда 1 рубль. От 1 рубля идет вывод. Но здесь история будет. Так, это письма. Это оповещение, уведомления. Далее заработок на переходах. Значит, нажимаем. Как бы вот здесь очень всего много. Так. Давайте нажмем. И выберите иконку. Вот он здесь вверху картиночка. Мы выбираем в данном нашем случае такую. Нас перебрасывает на страничку. Нажимаем пропустить. Разгадываем капчу. И идет отсчет времени. Так, далее нажимаем пропустить рекламу. Возвращаемся. Так. Таким вот образом это на переходах мы зарабатываем. Заработок на серфинге. Значит, серфинга 95. Нажимаем серфинг. Здесь как бы серфинг. Нажимаем посмотреть. Так. Так. Что-то нас не туда занесло. Попробуем еще разок. Плохая ссылочка. Давайте другой посмотрим. И сейчас покажу, как проходить серфинг. Страничка загрузится. Пожалуйста, подождите. Идет отчет времени, пропустить рекламу. Пропустить рекламу. И опять выбираем иконку. На данном случае у нас такая. Так. Возвращаемся. Таким вот образом мы просматриваем серфинг. Так. Значит, заработок на рекомендации, заработок на заданиях. Сюда я не лезу. Следующая вкладочка «Мои рефералы». Находится партнерская ссылочка. Так. Далее нажимаем вот сюда, вот на этот квадратик. Здесь краш-код. Так, сюда нажимаем. Здесь можно как бы выбирать кейсы. Значит, так, кейсы краш-код. Значит, показать еще.
А это кто покупал? А вот заработок, здесь мы нажали, да, вот заработок на ссылках, опять же. Здесь как бы так, введите ссылку, можно сократить ссылочку. С вами нажимаете сюда. И как бы на сокращение ссылочки. Здесь также мои рефералы. И будет все та же ваша партнерская ссылочка. Так, следующая вкладка Garage Profit. Так, заработок на трафиках. А, на тарифах. Так, активировать тариф. Нажимаем. Здесь есть у нас тарифы разные. Но это уже по желанию, друзья. Значит, прибыль 20%, окупаемость 47 дней, цена 10 рублей. Далее прибыль 30%, окупаемость 95 дней, цена тарифа 20 рублей. Ну, здесь 50, как бы. Гарантия возврата 100%, спишется баланс. Но это уже, как бы, это все по желанию. Опять заработок на ссылках. Так, создать ссылку. Так. Далее переходим еще. Ну и ссылочка реферальная все та же ваша. Garage Traffic. Так. Пакеты переходов. Так, купить пакет. Здесь, как я поняла, можно рекламировать свои проекты. Для рекламодателей, кто рекламит свои проекты, это очень хорошо. Смотрите, переходов 1000. Так, скидок нет. Цена 1 копейка, цена пакета 10 рублей за 1000 переходов. Сюда ссылочку на сайт вставляем. Это уже тоже по желанию. Кто хочет рекламировать свои проекты, значит, здесь уже подороже. Тут уже идет скидка 5%, переходов 2000. Цена перехода, ну и цена 19 рублей. И третий клик, переходов 5000. Скидка 10%, цена перехода и цена пакета 45 рублей. Сюда ссылочку нажимаете купить. Как бы нажимаем, какого вот 45 рублей, 19, вот так. Ссылочка, нажимаем купить. Это суперски. Далее пакеты серфинга. Купить пакет серфинга. Все так же самое. Только так. Название сайта, ссылка тоже выбираете. 10 рублей здесь серфинг, 500 серфинга, 800. Ну, а рассылка та же самая. Так? Так, пакеты рекламодателей, пакеты email рассылок. Все то же самое. Пакеты регистрации, пакеты контекстной рекламы. Ну, и ваша реферальная ссылочка все та же. Так, хорошо. Ну, и Garage, это мы возвращаемся тебе, как бы, вот я вернулась на изначальную страничку. Вот такой вот проект без вложений. Кому интересно, пользуйтесь. Вывод проверен. Есть уже, как бы, много видеообзоров о том, что проект платит. Ну, а я же на собственном опыте проверю, естественно, его на вывод. Всем удачи, больших заработков. Продолжение, естественно, будет следовать. До новых встреч!